течение месяца должно быть. Вот здесь. Напишите, пожалуйста, копию решения получил. Обязательно? Конечно. И подпись. Подпись, да. И дату сегодняшнюю. Фамилия, имя, отчество? Джорджу Агела Айвенгович. Число, месяца от рождения? 21 марта 66 года. Гражданином какой страны являетесь? Никакой. А где родились? В Тбилиси. Когда прибыли на территорию Украины? Цель пребывания на территории Украины? Жить. Где проживаете? Ну, сейчас адрес я точно не буду, да, на трещине, да, район. Арендуете жилье? Да. Кем являетесь в уголовном мире? Ваш статус? А почему в уголовном? Я в уголовном мире. Ничего я не нарушаю уголовные законы. Кем я являюсь, вы знаете сами прекрасно, что я ничего я не нарушал. И ни уголовный, ни гражданский, по-моему, законы. Кто я есть, вы знаете. Являетесь вором в законе? Я говорю, вы знаете прекрасно, да, вы просто, мы по-разному, может быть, да, вот это имя понимаем. У вас же нету такого, да, закона, который вот, есть в других странах, в Грузии, чего такое, вот, человек, какая разница, вор я в законе, да. Працівниками карного розшуку головного управління затримано чергового так званого злодія в законі. До речі, це вже четвертий з початку цього року, на прізвисько Гела Тбіліський. Він громадянин Росії, коронованого його було в 96-му році. До нас він прибув, за даними, які в нас є, минулого року. Намагався впливати на кримінальне середовище, впливав на кримінальне середовище, контролював декілька груп, які займалися незаконним заволодінням транспортними засобами. Неодноразово судимий за тяжкі злочини, розбійні напади, напади інше. Після затримання його було скорочено термін перебування в Україну та було видворено до Туреччини. Я сам не знаю, что я здесь делаю. На какой машине вы ехали? Куда вы ехали? Зачем вы ехали? Никуда не ехал, ни за что я не ехал. Сам не знаю, как сюда оказался. Паспорт гражданина Украины есть? Изъяли. Не, не изъяли. Я не знаю. У вас есть паспорт гражданина Украины? Есть. Где он?
Не при себе, у вас, по-моему. Теме, когда его выдавали? Каким органам? Выдавали в Житомирской области. В каком году примерно? В 91-м году. Являетесь вором в законе? Я не буду отвечать эти провокационные вопросы. Это не провокационные? Ну, провокационные для меня вот это все. Так являетесь или не являетесь? Я не буду отвечать. Я гражданин. Все. Можно это сделать, этот микрофон? Да. При обыске что у вас изъято? При осмотре? Не знаю. Но вы же при нем присутствовали. Не знаю, я ничего не видел. Вас осматривали. Не знаю, я ничего. Бил в шоковом состоянии, не знаю ничего. Фамилия, имя, отчество? Гуджея Давид Яковлевич. Число месяца рождения? 63-04-04. Где родились? Город Зубдиди. Гражданином какой страны являетесь? России. В Украину с какой целью приехали? Просто пожить немножко. А? Ранее судимы? Загашены. Общий срок проведения местных решений? Мало. Вором в законе являетесь? Являюсь. Уголовная кличка? Нету кличка. А вы в Украину приехали из России? Нет, с Чехии. С Чехии? А почему с Чехии? Там жил. Жил? А долго? Ну, где-то лет 5. А здесь чем занимались? 6. Ничем, только что приехал. Только что приехал, да. А чем планировали заняться, цель приезда в Украину? Хотел отсюда, короче, поехать в другую страну, где меня будут лечить. А почему не поехали? Ну, пока визу надо сделать. Угу. А за что вас задержали, скажите? Здесь? Не знаю, надо у них спросить. Чем зарабатываю? Секрет, фирма «Секрет». А конкретнее? Конкретнее я так могу и говорить, да. Чем занимаются? Помогают людям. Инвалид и многие мои близкие помогают. А и все. Дети есть, семья? Семья есть. А вы были в Чехии. А что вы в Чехии делали? А, операцию делал. Операцию делал? Да. Печень меняли 2 раза. Оперативниками департаменту карного розшуку Національної поліції України був затриманий злодій в законі Давид Гваджая. В кримінальному світі має прізвисько Дато Тобольський. Даний злодій в законі має російське громадянство, але за останні роки
Він керував злочинною групою, яка скоїла злочини на території Чеської Республіки. Мета таких злодіїв в законі одна – це якраз створення нових злочинних груп, координація та вплив. Даний злодій нами затриманий і видворений за межі нашої держави. Працівниками карного розшуку столичного главку було затримано, скажімо так, чергового злодія в законі, який приїхав до України, який намагався впливати на кримінальне середовище. Він організовував групи квартирних крадіїв, розподіляв ролі, скажімо так, між різними групировками цих злочинців, отримував з них частку від краденого майна, також намагався неодноразово отримати візу для поїздок до Європи. Він неодноразово судимий, останні 8 років провів за ґратами в Грузії за збут наркотиків. Його було затримано, вчора складено всі документи, встановлено за фальшивими даними, він отримав посвідку на тимчасове перебування на Україні. Всі ці документи анульовані і його було депортовано. Хочу сказати, що досить впливова ця особа в цьому злочинному середовищі. Він намагався і впливав на процеси, втягував молодь до кримінальної діяльності. Короновано, так зване його було ще в 98-му році в Москві. Він неодноразово відбував покарання в Росії, а останнє покарання він отримав 23 роки позбавлення волі, з яких 8 відсидів в Грузії і вийшов по амністії. В ході реалізації оперативної інформації останнього було затримано по проспекту Бажана в місті Києві. Після затримання Джоні Кутаїського було депортовано до міста Стамбул Туреччини із забороною в'їзду на територію України до 2019 року. Фамилия, имущество? Хачапуридзе Джони. Место рождения? Кутаиси. Гражданином какой страны являешься? Грузии. Цель визита на территорию Украины? Да, вот проездом. Вором в законе являешься? Не буду я на этот вопрос отвечать. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.
если где-то человек попал в беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой незримый бой. Наше чувство долга. Назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой незримый бой. Наше чувство долга.